А так, за счет того, что как раз БКБ и ультимейт свой прожимает Сларк, и он просто игнорит ультимейт Луны, это очень сильно решает. Приготовьтесь к битве. Как растает? Клопа, Бейн, Брюмастер пока направляется вниз, но это, наверное, ради только ФБ. Скорее всего, Бейн все равно останется на топ. По Лантимосу тут нужна защита. Качу в миде на Лондруиде против Инвокера. Не знаю, что должно произойти, чтобы они друг друга убили. Хотя у Инвокера, я думаю, шансов больше убить Лондруида, чем у Пикачу. Забрать Топсона. Ха! Интересный ход. Но Саксу должны были видеть, наверное. Так что они, наверное, эту тварь все-таки сломают в конечном итоге. Трипла пока хочет начать OG на топе. Но здесь тоже Сларк надо 30 секунд до начала сражения. Оберегать, помогать. Но он должен будет снимать Shadow Strike, поэтому оставлять Сларка против копы это тоже выгодно для OG. Битва начинается. Что ж, Инвокер. Давай посмотрим. Класс Векс или класс Экзорд. Я думаю, против медведя можно Экзорд брать. Чё толку ему ману выжигать? Лучше и команде в случае чего помочь под Экзорд. Соответственно, Санстрайк берешь и закидываешь там его под подкоп Никса, под Рор, под Пауз, под Айспад, ну под все что угодно, хоть под свой Култ Снэп. Я такое уже видел против Непов. Тоже Бейн плюс Луна стоят и просто АФК фармит кабанчиков без мастера. Курьер. Похожая была ситуация, когда была Луна плюс Энчантрес тоже. Кабанчика одного фармили, а второго отводили. А тут Гостика очень сильно напрягает. А где тиммейт-то? Бигдом, ты чем там занимаешься? Не видел, чтобы варды ломали, ну и окей. Возможно, блочил как раз таки маленький спаун, раз там варда нету, а OG проверяли. Скорее всего, так оно и было. Нет, это будет класс Векс. Хотя всегда можно остановиться на инвокере. Видел несколько раз, как инвокеры просто класс Векс качают, а потом останавливаются на тройке или четверочке Векс и начинают качать экзорд. Почему бы здесь так не делать? Пока ровно в миде, 8-2-8-2. На топе продолжаются стычки. Здесь должен быть доп фарм для Луны, как раз в виде кабанов. Правда, хоть ты смываешь себя дротик, ну, в этом есть необходимость, при этом ты и своих АП тоже теряешь. Но это не так важно, на самом деле, пока что. Здесь нужно приложить много усилий, чтобы клопа с Брюмастером убили Сларка, а как только смою получишь шестое, и вообще проблем нету. Кстати говоря, про нет проблем, а что по контролю у Cyber Legacy? Будем считать, что Сларка... Тучки можно останавливать только с Эдж-Рором. И если только вдруг клопа получит 25-й и будет накладывать страх со скрима. Тогда можно вообще двойной страх накладывать. Медведь, клопа. Но в целом-то контроля особо-то и нету. Нету станов, по факту. Здесь с Primal Spring земляная панда булыжник кидает. Корни медведя.
Things Grip. Nightmare, ну, чисто так. Disable не стан. И бимы, которые на 0.8 станет. Вот и все. У OG с этим намного лучше. Любого героя возьми, у любого есть стан. Криты-то больно, все-таки пробивает сумаилу панда. Вот, а тут получается и айспад, и паунс, и рор, и импел, и инвокер там много чего имеет. И замедление, и контроль, и много неприятных. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Диспелы есть у обеих команд. С одной стороны это АУЕ диспел, торнадо, с другой стороны это просто диспел. О, корни прошли! Топсон, фейрик пришлось есть, можно забрать медведя. Вышка больно бьет, при этом и Пикачу тоже параллельно бьет Топсон. Никто пока не умирает, а вот на боте бигнул, все-таки добил его Тейл вместе с моей. А вы когда-нибудь замечали, что и у Нутейла, и у Самаила никнеймы заканчиваются на ил? Вот и я об этом не думал. Это так, абстрактная мысль. Секунда бреда. А пока еще одна попыточка забрать гвоздика. Очень много дэмэджа у Самаила. Уже 8 так успел. Возможно, еще с той драки с Клопой. Не, вряд ли тут все-таки. Ну, шифт первого уровня, должны быстро спадать стаки. Но, в любом случае. Забрали Брюмайстера. Хапидурара должен погибать здесь от кабанов, так или иначе. Сакса догонит, а пока бимом добивают. Брюмайстера Сакса до конца подкопал кабаны. Кабаны какие сильные, а, добили все-таки. Бейна. Ну, это размен. 2 в 1. Можно было еще руну забрать. Фунтимос почему-то не пошел за ним. Надо, 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 говорит Бигдом, иди забери. Вдруг кабан прибежит, задынает. Луна благоволит верным. А Пикачу, похоже, сюда сбегали. Нет, куда сбегали за руны? Да, скорее всего, медведь сбегал Пикачу за руны и забрал ее одну. В итоге 3 руны для Саберлелись. Что ж, топ пока. Ладно, не будем торопиться с выводом, потому что Пунцимос почти набрили, а уже в ответочку. Набревает Медуана. Он только-только вернулся, а уже 200 хп. Спасибо. Хадреска тангает, конечно, хорошо, но слишком быстро хп теряет этот бестмастер. И все-таки он погибает во второй раз уже. Реально у меня флешбеки с карты Cyber Legacy NiP. Там так Сайберлайта мучили. Но ту карту Cyber Legacy проиграли. Там потом Сайберлайт воспрял. Была вторая по счету, там как раз и Хэппидурар бегал, то, о чем я вам говорил. 5-0 на 6 на Бейне. Параллельной команде. Противоположный. Как раз таки Санека бегал. 5-1-5, что ли. Что-то такое было на Вишдокторе. Но по крипам при этом все равно OG впереди. По крайней мере, Сларк вместе с Инвокером опережает. Други до Слуны. А при этом Бестмастер пока уступает Брюмайсу. Сейчас появится Shadow Dance у Сларка и дела пойдут дальше. Только в гору, можно будет его оставлять одного. Но Тейл, скорее всего, будет перетягиваться на другие лайны. А с другой стороны, зачем, когда можно опять же нападать на Гостика? Сумаил! Должен выживать, хотя криты очень больно. Опять же бьет Гостик, рокует постоянно. Но заряд в этот раз не получил. Сумаил был далеко, а торнадо добивает в итоге Топса. Прибежал на ганг, медведь так вряд ли сделает. Хочу важно фарм. Не знаю, будет ли здесь Радик, пока что фейзы и дальше мом. И забирает Сакс. Сил света атакуют. Все так же. Вроде как ничего не поменялось. 1.45 на OG, 2.63 на Cyber Legacy. Сейчас еще раз подождем, может быть, они обновятся. Хотя, с другой стороны, преимущества никакого нету. И, вправду, зачем их менять? Ладно, предположим, что так оно и есть.
Получается, что OG тащит пока нижнюю линию. В общем, обе команды тащат легкие лайны для себя. Где стоит кэрри. И Плантимос уходит в лес. Вставляет силы лайн, похоже. Света укрепили свои сооружения. Рисково, на самом деле, может быть. Сил света при этом инвокер тоже иногда оставляет лайн здесь, так что Пикачу верхнюю башню сил тьмы атакует. Давить на вышку. Здесь уже аккуратничает команда. Все-таки, когда вы играете первую карту быстро в 3, ты можешь там еще, ну, не порофлить, но, по крайней мере, размяться, раскачаться, есть время. Там проиграли первую карту OG, да, на вторую уже пободрее были. Поинтереснее в какой-то степени. А тут пока финсгрип. Primal Spring пошел от Гостика. Должно более чем хватать дэмэджа. Может быть, даже там еще догонят сейчас. Саксу нашел Гостик, надо поднимать. Можно контролить. Ой, Primal Spring, господи. Primal Split, извиняюсь. Лучше себя сразу поправить. Ну, в 10 минуте сейчас нужны 3 руны, наверное, вновь законтролить Cyber Legacy. Только из-за этого, возможно, преимущество на их стороне. 6-4, это не так уж и, наверное, важно. Две точно контролят. Одну забрал Нутейл. Даже не Нутейл, Смаил забирал. Нутейл чисто рядом просто был. Контролил в какой-то степени. И одну забирает Мидуан. Да, в этот раз пополам. Что ж, есть мом, есть фейзы на медведе. Видим, что корни прокают, в принципе, у Пикачу. Интересно, как час. Хэппидора, в принципе, рядом, хотя он ману потерял и нечем сейвить в итоге Пикачу. Ай-яй-яй, как так Хэппидора тоже задел МП. И пришел еще Нутейл. Макропиру, наперед, хорошо. Хэппидора до сих пор горит, да, погибать все-таки Хэппидора. Чисто в два саппорта его добили. Ну, так вот МП задел все-таки Бейн, и в итоге он умер, и Лондруид. Такие маленькие ошибочки, они потом копятся, образуют комок, из которого потом ты не можешь выбраться. Так было на прошлой карте, когда Cyber Legacy вроде бы тоже шли ровно, но потом начали ошибаться. Пикачу прилетел сразу под МП, опять же остался без маны, без ван медведи, корни прокают, финсгрип пошел, но есть сайдспад, сразу сбивает Хэппидорара ультимейт. И какой ответ дают OG на этот мув от Cyber Legacy? Дезолятор хочет Пикачу. Ну, видимо, будет рассчитывать на то, что он будет медведем пушить. И вырезаться в эти тушки OG, у которых армора-то, кстати, немного у всех. А мусарка относительно будет побольше, да? Армора с каждой минутой в целом. Ну ладно, скажем, минута это слишком жестко. С каждым уровнем, с каждым купленным артефактом все больше и больше. Со статами воровными. Остальным еще пока закупаться. Мидван, первый некра, наверное, остановится. У него тут потенциально Скадрецкий хочет покупай Доминатор, из Баклера хочешь покупай Владимир. Набирай ауру на команду, скорее всего, так оно и будет. Все будет куплено. Вопрос только времени. А, медалька от Топсона. У него уже и Весел, потому что есть. Солдер КС поступит от него. Факса подкопал, не стал забегать, чтобы СНД добить. Однако Сэш Рос все-таки успел прожать Пикачу, но он живет, невозможно, недолго. Найтмар убивается, тут Луна, кастует ультимейт, но весь его впитывает на Тео. Так что разметка 1-1, Топсон должен сгорать. Добивает все-таки его. И минус 3 оформляет Сайбер Легаси. Хороший выход тут раскручивается, вовремя Плантимос перетянулся. Опять же, свои бимы, ультимейт. Здесь очень хорошо кастует. И даже если хотя бы один бим поймает Никс, остальные он питать не сумеет. Но в это время Мидван сломал вышку. Отлично. Поэтому игра пока продолжает верхнюю быть ровной. Башню сил тьмы атакуют. Но все равно уже меньше процент на OG, 1.3 на Cyber Legacy.
вторая вышка тоже должна упасть. Cyber Legacy. В миде всегда вышку неприятно терять. Это такое центрообразующее все-таки здание. Сил тьмы атакуют. Твои мувы по карте становятся более скованными из-за того, что тебе приходится ТП-шиться на вылет пешком. Тиммейтов. Но могут в этом плане помочь аванпост. Но чтобы на них ТП-шиться, надо их еще и захватывать. У Нотейла в этой игре больше нетов, чем у Саксы. Нижнюю башню сил света силы атакуют. Интересно. Как так получилось? У него 3-1-2. Тут Токсон решили им пробежать, его спалили. Дэмджа очень много заходит, здесь уйти некуда. Дальше попытка забрать Палтимос, его держит, но все еще по 2 крапира стоит все это время. Палтимос бьет, пытается убежать, стики. Но слишком много дэмджа заходит, бигнул. Все, ману он не потратил, так что уходит на блинке. Он даже блин прочку взял, даггер особо не максил, прям водерочку оставил его, максил скрим. Выгодный размен в итоге для OG, он смосы стрик был, да? Из 6 убийц было, 445 голды. Плюс еще ассисты тиммейта. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Гостик складина, нашел Сумаил, хотя возле Гостика нашли, Кафедурара. Пожертвовал своей маны, чтобы атакует. Оставить ману Гостику, интересно. Силы света укрепили свои сооружения. Странное подношение. Дальше блин. Ну что, давайте, друзья, ваши ставки. Как будет Гостик врываться в файт? Блин, клэп ультимейт или блин ультимейт? А клэп оставим на потом. Единственное, о чем все знают, Брюмастер. Один из самых популярных героев в СНГ благодаря НСу. Нельзя блинковаться, клэпать и только потом ультовать. Можешь просто не ультануть в итоге. Пытается одновременно и медведя бить, и самого друида. Должны добивать медведя. Ой, хороший, как я забинаю. Нижняя башня сил света разрушена. Какой длинный сэп у Нотейла. Это только тысячный уровень. Получается, у OG бегает в инвизи и Никс, и Инвокер. Так что Cyber Legacy будет выгодно купить ранний гем. И варды ломать. Еще птички плюс бестмастера. Да, в плане выгодно. А вот Некра как раз-таки никто не покупает, хотя может быть Бигнул купит. Нижнюю башню сил света нет, атакуют. Нет, он на Дискорд рассчитывает. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Владимир от Саксы будет? Что тогда из Баклера Кираса будет бисмастерить? Ну либо она просто так будет, и он вообще из него ничего не купит. Но Кирасу это тоже неплохо. Еще плюс дополнительная скорость будет, дополнительная аура. Некра дают ауру, дополнительная скорость атаки. Inner Beast. Кирас. Просто пока пытается выиграть здесь время, выжигает ману, однако есть стики, пошел Primal Split, должны здесь Топсона выгонять. Опять же, Финс Грипп снова в Топсона. Я не знаю, что это был только что за мув. Там все это время еще Сларка держит под ветрами. Верхнюю башню. Он уйдет. Есть Dark Park, хотя летит булыжник. Пытается здесь максимально как-то дефать OG вышечку. Ну, по крайней мере, крипа доминатора. Доминатору Луна, да, получается? Очень много аур в таком случае у Cyber Legacy. Саблей. Не брал диффуза. 2-300 на руках. БКБшечку будет брать. Он пока что топ-нетер сможет себе позволить определяться. Возвращается немножечко на коэффициент. 1.35 на Луну, 3.04 на Cyber Legacy. Пошел до конца свой... Говорю, OG немножко иногда... Слишком рискует, далеко идут, Топсон неплохо расставался. Луна есть ультимейт, однако Сумаил как раз тут и на Карпасик поймал Саксу, но тут заходит по двоим. Сумаил, все закончится у него, все-таки Shadow Dance, он погибает, минус 2. Далеко идут OG, ой, далеко, там же Т2 все 4. Второй пошел, пытается там забрать Брюмастера. Брюмастер будет жить, если его нечем будет добивать. Нет, там зоопарк все-таки без мастера решает, но Медлан здесь тоже погибнет. И зоопарк тоже на самом деле забирать надо. Главное, красного Некра, чтобы никто не забрал, то на лоу КП находится. Вот Бигн пусть забирает. Или Медведь, например. Да, нафиг для OG в этой драке. Забрали только Брюмастера.
1100 плюс по голде и 200 сверху по XP. Переагрессировали. Силы света используют сканирование. Маг будет уменьшать Пикачу. Дальше Кираса. Сколько ауры уже у Сайберлинга? Заслуженная награда. Не будем считать Роу Джелли. Есть Владимир. Хедреска отдельная. Луна с пассивкой. Доминатором 4. Кираса будет 5. И Дискорд 6. 6 аур у Сайберлинга. Сколько у OG? Баклер, Хедреска. Иннер Бист. Некров 4. Это все такое без мастера. И доминатором будет покупать 5. Только у одного без мастера будет 5 аур. Вессел. Это скорее. Можно сказать, так мы эту пассивку считаем таким образом, что вычитаем какую-то пассивку неправильно. Так что ладно, пусть 6 Вессел. Баклер 1 есть. Владимир будет. 7 аур будет у OG. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Если мы учитываем ВЭС как отрицательную ауру. Расу мы можем считать и отрицательной, и положительной, но тем не менее, просто нижнюю как ауру. Башню сил света атакуют. А уже которые эффекты сверху накладываются, это уже тут много перечислять силы можно. Силы света укрепили свои сооружения. Про персональный там Spirit Link, там, вот эти класс VX Exhort, это мы уж не будем говорить, это про персонального героя, мы именно про Оу. Фокус по медведю. Тьмы разрушена. Не так страшно, тут 3000 кейпоинтов. Медведь, конечно, стрелять не хочет. Давать нового или задынать для начала этого. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Пока решил покачать все-таки башню бокс-контроль, который как раз у Сайбер Легаси может не хватать. Вон Симон очень долго вновь стоит Макропири, его все еще покусят. Потому что Макропир постоянно еще и одевается тут снэп. У Фолтимон здесь скоро погибнет, сколько же контроль в нем влетает. А так лопа прям подать бат. Девочка пошла, Фон Симон скартует. Опять же Финс Гриб в инвокер, инвокер погибает. Прямо Свит пошел пытается хлеба вкусить здесь Нутейла. А где Сларк? Неважно, пока Бист там сплитил. Опять же уже в этот момент пока теряли своего мидера. Творили грязь по карте, а Сларк фармит. БКБ дофармит Сумей. В этот раз он ошибаться не хочет, как на Эмбере. Дожидавшись 20 минут своего БКБ, начиная на 23-й. Копить деньги на него. А в итоге потратив байбек и купив его только на 43-й. И на Рошана планирует OG. На предыдущей карте тоже они достаточно рано пошли на него. Минута 18 что ли была. Подала карте 0.43. Скорость атаки у Сларка. Примерно 2,5 тычки в секунду. А там при краже санскрипта все больше и больше и больше будет разгоняться. Но запоздали уже здесь. Сайбер Легаси. И смоук ушел впустую, и время потратили. Не успел выйти в сторону Рошана. Луне, да, БКБ понадобится как раз-таки, приобрела уже. Дальше уже после этого только Монта. Достаточно просто брейнсап на птичку. Если, конечно, там не отлетел Мунглейв, мог и отлететь на самом деле. Третий Некра, Доминатор. Стоп, кто Владимир-то покупает? Никс все-таки или Бис? Зачем вам два Владимира? Ты не согласовали OG сразу, видимо. Я, например, вот вспоминаю, что я, скажем так, критиковал в определенный момент игру бестмастеров, что они не ходят с командой. У вас завались аур на этом героя,
И вы ходите по одному сплить. Силы света используют сканирование. Нет, чтобы вместе с командой принимать драку, и эти ауры будут эффективнее, потому что будут работать на несколько человек. Нижнюю даже башню намного лучше работает. Силы света укрепили свои пока сооружения. Пока сплит идет от обеих команд. Т1 на Т1. Но тут еще пока глиф работает. Только вгрызаются саберлексы, поднимаются глиф под атакуют. Ветку. Верхняя башня. Ну тут ты два сломает уже, ничего не сделать с этим уже Саберлегаси. Центральную башню сил света атакуют. Как же быстро они ломаются. Надо возвращаться в Саберлегаси, если дальше OG пойдут. Папа уже возвращается. Да, OG идут дальше. Спасибо. Маюса Егисом с БКБшечкой. Все, все вернулись. Пиццы здесь нету, но OG что-то почувствовали. Возможно, видели, как кто-то на варде тпшился, или ушел с лайна резко. Опять же, они могли дальше выходить на Т2, но не стали. Это был, наверное, все-таки знак для вернее, для УДЖ, что надо атакуют. Отойти. Башер на медведя. Это был брейв, не знаю, сколько атаки. Блокер подцепил кого-то, прямо сплит. Однако, опять же, фокус по Топсону в этот раз. Нету грифа по нему, но Топсон все равно погибает. Там корни проходит, Луна, так и фокусить все еще сумаил. Пошел ультимейт, как он сумался. Но ультимейт хоть никуда, пока он закончился, но и дальше берется забирать Луну. Пока что 2-1 размен забрали без мастера. Еще надо вернуться, надо помогать забирать сумаила. Непонятно, правда как. Дара. Ладно, они решили, что убивают пока всех, при этом Слаг пока там развлекается, вырубал Луну, они убивали всех остальных. Саксу надо тоже цеплять, сердце пошла, Карпаза ненадолго здесь выиграет время, однако Сэрширон прожимается и убивает абсолютно всех, кроме Смаила. Отличный вариант от Cyber Legacy. Правда, убить всех, кроме Сларка, у которого есть, просто игнорировать его. Пусть он там себе набивает сколько угодно стаков с СН6, всех он не убьет. Так оно и получилось. Графики ушли в ноль по Нетворсам. А по XP растут в пользу Cyber Legacy. Что там вообще по уровню? 18 у Лондруида. КФ уже 1.5 на OG, 2.48 Cyber Legacy. Опять же, изначальный коэффициент. 19 Лондруид, 17 Би, 17 Луна, 16 Сларк. 15-й, он у Тейл, 14-й, как у Топсона. Что произошло в этой игре? Что пошло не так? Наверное, потому что Топсон очень много умирает. В этот раз, по крайней мере, выжил. Опять же, Смаил под дабл дэмзом, посол крестом, под алакрити. Если его впустить в драку, он там всех уничтожит. Пока нету правила сплита, так что нет тьмы. Все эти эффекты накладываем. Вот, посмотрите просто на количество аур. Что с этим Сларком не так? Башня сил тьмы разрушена. А Егис через 30 секунд закончится, поэтому OG надо поторопиться. Опять же, можно через свой шурор прогонять из Сларка. Но он смыл, годно. Рот пошел в медведя. А знает, что медведя нового не будет, поэтому пытается его вырубить. Ман уже не остал, подкоп пошел, смыл, БКБ прожимает, чтобы до сих пор добить медведя. Там правило сплит. Должны вкусить остальных героев в таком случае. Cyber Legacy. Или добить Сумаила. Вышка его не добивает. 200 кп он уходит, пошел кидать. У него есть Shadow Dance, но цепляет Мидуана. Не достали. Все-таки я спадом до Бейна. Фингрид не сбили. Однако остановит Сларка. А Егис заканчивает момент самый как раз таки. Снимают. Все. Нет регенерации. Пол кп у Сларка. Прожимается ультимейт Луны. Крапасы ловит. Полнтимос его все-таки отталкивает. Кпл должны здесь остановить. Отбили Cyber Legacy. Даже вышку не потеряли. Он у Тейл даже блинк успел купить. Видимо, поменялись ролями. Сакс опять Нутейл фармит. Редко когда можно увидеть, чтобы Нутейл был с артефактами. А его четверка, будь то Джерекс, или в данном случае Сакса, оказывались без. Уже 1.7 на Саберлексе, 2.08 на OG. Силы тьмы первый раз видим подобное за третью карту. Просыпается вера в Саберлексе у наших друзей GGB. А Луну только-только манту наделал. Тем не менее, Понтимос очень много магии вносит. Я не удивлюсь, если после манты он захочет купить не Сатаник, а Гани. Вообще не удивлюсь.
Яди наготове сумел. Ладно, байбеки нам пока не нужны. Что там по текущему золоту, мне интересно. 3500 лундруида. На что копим? На керасу? Обидел пока кераса. Да, появился Владимир тут. А Саксон рассчитывает хотя бы на форт. 20-й лондруид. Какой талант? Перезарядка Труфо. 58. Но Сакса, его, видимо, нашли на центре. Иначе бы он не раскрывал Виндетту. Должны быть форстап. Ну, хотя бы один форстап должен быть у Сайбер Легаси. Вы же играете против Сларка, надо как-то рвать паун. Тайспаду отталкивает от Прайм Урора. Ну, возможно, они не испытывают пока проблем с этим. Тем более был бы у Сларка. Ну, Тейл, который сбивает крипов. Опять же, OG идут по боту. Нижнюю башню сил тьмы атакуют. Очень сильно агрессирует здесь OG. Как агрессирует? Пока Топсон ломает один. Зато знают о Мидлайне. Бигнул. Пытается остановить. Атака Рор пошел. Бигнул, как бы здесь не погиб. Топоры летят больше. Дэль заходит от крипов. Мидлайн как раз есть. Пад, зато. Убивает здесь Бигнул. Все еще не убили Мидлайна. На Юле цепляет Дремастера. Торнадо пошло. Не дают прямо успеть прожать сразу же здесь игрушки. Снэп тоже мешает, тиммейт Луны, но Кларк. Шелбилен совершенно понимает, что БКБ пока что отпитал тиммейт Луны. Продолжает как больно, то прижимает полный тиммозу, Сумаил. Хороший бодиблок от Хэппи Дурары. Пройдут и корни, Сумаил. Погибает все-таки здесь. Очень много магии. И под БКБ он впитал много, то есть не прошло урона. Мидва до сих пор живет, но сейчас он должен погибать. Прайм до сих пор работает. Гости успеют и колочек подцепить в виде Топсона. Заметили, но форма уже закончилась. Еще минус 3 оформляет Сайбер Легаси. Правда, байбек был Бигнума. Но его мека и Соник Вейв наверняка здесь хорошо помогли. 5000 дэмэджа внес Полнтимо за эту драку. Дальше бабочка. Центральную башню сил света атакуют. Силы света укрепили свои сооружения. Башню сил света атакуют. Самое время Сайбер Легаси сломать хотя бы одну Т2. Рошан через 10 секунд. Сайбер Легаси, видимо, сделали свой выбор. В пользу Рошана. Через 5, 4, 3, 2, 1. Топсона, да, мало по игре. Слишком много умирал. Такой Space еще инвокер. Но Сайбер Легаси не хотят рисковать. У них пока нет ультимейта Луны, Финсгрип тоже не откатился. Вдруг OG примут драку. У них все-таки ультимейт это кулдаун имеет поменьше, что Рор, что Крапива. 50 секунд. 70 секунд. Кулдаун. Да, и OG тем более имеет пику. Сбивает вард. Сами на Рошана могут OG пойти повторно. Первую как раз-таки они забирали. Силы тьмы используют сканирование. То есть у Топсона в планах купить Аганим, но при этом у тебя экзорт в однерочку. Окей. Как бы вдруг игра затянется, экзорт прокачается, Аганим будет, катаклизм, хорошая штука. В этом нету. Плюс Аганим это статы. Опять же попытка запустить Мишку. Ай, кривая стат. Мишку хотел выбежать. Сам Сларк ворвал по кого-то. Но пока опять же очень много магии. Приходится видеть Сумаил. Все, прожался чем? Еще тут Дэнс и БКБ. Мультибосс, он БКБ. В ответочку. Есть ультимативно. Сумаил скоро БКБ закончится. И вот опять же гостик. Но зачем-то был Найтмар накинут на ветряную панду. Видимо, мисклик от Хэппи Дурары. Вот это обидный мисклик на самом деле, потому что я думаю, гостик уже поднимать должен был ветра Сларка, останавливать кого-то из игроков, по крайней мере, OG. Ладно, возможно, мисклики были у обеих команд. Тем не менее, Sonic Wave, Финс Грип и Ультимейт Луны сохранили Сайбер Легаси, а вот Рор и Макропира была потрачена. Но OG при этом не хотят давать Рошан вообще никакого случая. Айфак, хорошо. Но это только Пикачу зацепили.
Ох, что эти бимы каждые 2,5 секунды. Противная вещь. Возможно, уже стоит сыграть с Линкой какой-нибудь аккуратненько. А Вигнут не знаю, Бека. Мы нельзя ни в коем случае здесь погибать. У них вайп пошел. На Карапаса, кстати, поймали вроде бы. Пытается выиграть время через Найтмар. Вигнут здесь упрыгает. Нет. СМП убивает. Пошел к Мэтту Луны. Очень много ДМ, но там погибать не было БКБ у него. При этом погибает следом Лондруид. Сбили его настоящим медведем. Наконец-таки убили самого Лондруида. Мидуан все-таки не смог убежать. Он Тимон, дальше под БКБ пытается забивать это топсно. Засты работает, гостик рядом. Но как же больно под Весселом. Вот этой всей грязи, которую кастует инвокер вместе с Джакиры. А Луну ловит на Карапас. Теперь в ответочку. Опять же кулснэп. Постоянно он работает за счет того, что урон кто-то сверху накидывается. Луна может здесь погибнуть. Торнадо пошло. Топсон должен погибать. В ответочку может быть. Успеет ли Плантимос хотя бы кого-то убить. Гостик тоже может погибнуть. Как эту драку выиграли у Джи почти. Хотя рано об этом говорить. Гостик под ВКБшечкой пытается догнать Топсона. Топсон живет. Опять же досты. Нет, все-таки убивает его гостик. Господи. До последнего не было понятно, кто же эту драку выиграет. Смаил вообще в самом начале драки улетел. Плантимос под конец. И выжил Нутейл. Какой-то живучий Джакиры в этой игре. Верхнюю башню сил тьмы атакуют. Верхнюю башню сил света чувство, что Нутейл решил пережить всех абсолютно в этой игре. А мог дать и ул. Но рванул до последнего все-таки. Рвал когти, как говорится. За этой баунти руной. Я запомню. Рошан достался в итоге никому. Но это пока. 35-я минута. Копы байбак через 3 минуты откатятся. Пока особо-то никто не оставляет. Деньги. Бабочку купила Луна тем временем. Не, ну какой агоним, да, на Луне, когда ты... Не то чтобы главный физ ДПС, но, по крайней мере, определенный ДПС больше всего от Луны должен был заходить. OG, как мы с вами видим, по всем героям Cyber Legacy по 60 урона магического топит. В другом никак. Может быть макрофир будет? Да, хороший макрофир. Папа пострадает и медведь. Пошел Primal Squid. Гостик все-таки влетел. Попытка зафокусить Мидуана. Мало хп остается. Его портит. И все-таки добивает. Байбек и Луна. Мастер. А там мало хп у Рошана. Попытались играть на тайминг Луны. Смогли прожимать БКБ. Shadow Dance. Придется прожимать. Нет, пока он открой. Пока не получилось развести его. Хилится. Сакса здесь должен погибать. Хотя Сакса работает. И со скрима добивает. Там еще Готик наберет улетел, чтобы клэпнуть. Собственно, пока держит. Ох, башек проходит. Забирает у Джакира. Минус 3 от Cyber Legacy, и Рошан достается им. Развязка близится. Монстрайк попытался хотя бы состелить Рошана. Топс, но в троечку только экзорт. Напасть, забрать хотя бы Бэйна. Аккуратничает здесь Смаил. Пытается не наткнуться на Сентряк, но Топсон все палит, делает. Смаил уже должен был первым врываться. И Физгрип пошел с Ларка, он не может сбить никак. Топсон помочь не может, пошел ультимейт от Луны. Смаил погибает, да что ж такое-то? Это такая тушка. Зачем это Топсон подошел? Просто спалил всю контору в Гостволке. Провальный ганг, притом этот Сентряк предназначался инвокеру. Разрушено. Хэппи Дурара даже не думал о том, что там будет Сларк. Смаил не будет 60 секунд. Нету байбоков абсолютно ни у кого из OG. Силы тьмы укрепили свои сооружения. И это потерянный мид, вряд ли трон. Хотя, то есть Cyber Legacy реально пойдут в трон. Как это делали OG в предыдущей карте, сломали 2004. Но там крипы, а в огромная пачка идет по боту, можно на бот скинуть. Или реально поубивать героя по OG и пойти трон. Ну нет, ну Тейл, макрофир откинул. При этом брюмастер под БКБшечкой, как же больно навалит Топсон, но он живет. При этом пошел Primus Quit, они понимают, что больше дэмжи, реально Cyber Legacy идут трон. Он типа убивает здесь Сларка под БКБшечкой. Нету Сларка. Ай-яй-яй-яй-яй, OG проигрывает эту карту и проигрывает эту серию. Как же так произошло? Cyber Legacy. Четвертая победа в рамках группового этапа. Они должны при любых раскладах выходить из группы. У OG становится счет. Получается 1-4, если я ничего не путаю. На всякий случай гляну еще раз. Да, у OG становится счет 1-4. И они себе, я думаю, гарантировать из группы уже выход вряд ли смогут.
у OG остался матч с Alliance и с Непами. В принципе, у Непов 3-2, у Alliance 2-2. У Alliance остался матч сегодня. Сейчас они играют с Flight to Moon параллельно на 4 канале, если я ничего не путаю. ВП Prodigy 30-го. У Alliance матч и с OG. В принципе, OG могут сравняться с Alliance, но этого мало. Плюс еще Flight to Moon непонятно, у них тоже 2-2, у Alliance 2-2. То есть надо смотреть, как они сыграют сейчас между собой. Ох, ну в группе Б, короче, заварушечка, ребят. Впереди 2 дня, еще пока ничего не ясно. Вдруг OG выиграют 2 матча и подпортит план Lions и Непам. В принципе, Непы, если 2 встречи проиграют, то у них будет счет 3-4. Но в любом случае, у счет 1-4 в группе у OG. Они могут не выйти из группы. Cyberlexy себе, скорее всего, обеспечили 4-й победой. Ух, это было жестко, это было горячо. Получилось как-то карта наоборот, да, по сравнению с предыдущей у нас.